Всем привет! Сегодня у нас обзор игрушки Playmobil «Пожарная бригада», артикул 94-63. В первую очередь хотелось бы отметить, что большинство брендовых игрушек сейчас производится на заводах Китая. Что касается конструкторов Playmobil, они производятся в Германии. Конкретно вот этот конструктор, пожарная машина, предназначен для детей от 4 лет. И здесь есть цветовые, звуковые эффекты. Для работы пожарной машины необходимо две батарейки типа 3А, это мизинчики. Что ж, давайте посмотрим, что входит в комплект и побыстрее распакуем данную коробочку. В набор у нас входит корпус пожарной машины с выдвижной лестницей. Так, далее люлька, которую можно будет закрепить на выдвижную лестницу. Крыша со световым и звуковым модулем. Она будет крепиться у нас вот здесь. Дальше днище пожарной машины. Так, далее 4 колеса в наборе с дисками. Так, значит, пожарная бригада. Здесь у нас 3 человечка будет. Сейчас мы их все вскроем, поближе вам покажем. Различные аксессуары для пожарников. Далее инструкция, наклейки, также шланги, ну и различные мелкие детали. И крепление для шланга. Давайте все распакуем, поближе посмотрим, установим. Теперь мы берем инструкцию и приступаем к сборке. Ну что ж, давайте еще наклеим наклейки и прикрепим крышу. Теперь соберем пожарную бригаду. Мы полностью собрали наш конструктор. Что ж, вернемся к функционалу. Как я и говорила, присутствует звуковой и световой модуль на крыше. Есть две кнопки. Это свет включаем и звук. Для того, чтобы выключить, необходимо повторно нажать на эти же кнопки. Звук, свет. Под крышей есть переключатель. Здесь присутствуют два режима сигнала. Переключим. Вот это второй. Выключаем. Далее выдвижная лестница. Мы прикрепили люльку. Также здесь есть шланг с бронспойтом для тушения пожаров.
можем поставить у нашего пожарника, он будет управлять. Также 4 выдвижные ножки для устойчивости нашей машины. Наших спасателей можно поместить в кабину пожарной машины. Для этого необходимо открыть крышу и посадить наших спасателей. Закрываем, и все, они готовы ехать на вызов. Хотелось бы отметить, что данная игрушка обладает дополнительным бонусом. Ее можно сделать радиоуправляемой. Для этого необходимо просто купить дополнительный блок радиоуправления Playmobil и подключить его. Подводя итог, что хотелось бы сказать. Игрушка выполнена из высококачественного пластика. Обладает большим функционалом и интерактивом, ваш ребенок останется просто в восторге. Спасибо, что смотрели нас, подписывайтесь на наш канал. Игрушку можете приобрести в нашем интернет-магазине, ссылка в описании. Спасибо, пока!